Ты напугана? О чем ты? О себе. А? Я могу закадрить девушку за 3 секунды. Я не верю. Это правда. Я не верю в любовь. Мой отец всегда страдал, потому что не мог забыть свою первую любовь. И моя мать была несчастна. И я... Я думаю, что не хочу любить кого-то точно так же. Но... Но увидев тебя, я впервые это почувствовал. Монако. 28 degrés à l'ombre. Первая секунда. Вторая секунда. 3 секунды. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Ты еще девочка? О чем ты? Важным направлением здесь является то, что я почувствовал это в первый раз. Нормально, когда парень, как я, говорит, что у него это в первый раз. Большинство девушек попадается на это. Почему девушки так любят слово «первый»? Моя мама никак не могла избавиться от ее первой любви. Но она сказала, что эти воспоминания делают ее счастливой. Я хочу любить так же. Одна секунда. 2 секунды. 3 секунды. Вот так просто? Что? Разве не так ты делаешь? Я был немного расстроен. У меня сложная семья. Поэтому я не верю в любовь. Потому что мой отец одержим своей первой любовью. Но с тех пор, как встретил тебя, впервые такое чувство. Сердце выскакивает? С чего вдруг? И что теперь? Ты же по уши у меня втрескалась. Хватит меня дразнить. Что? Я ждала этого дня. Ты... Останься на ночь. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. Нет, это... Раздразнила меня и на попятную? Нет, но ты же первый начал. Я просто повторила за тобой. Ты слишком много говоришь. Я точно останусь на ночь.